Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 1061. Начертите квадрат, сторона которого в 10 раз больше стороны тетрадной клетки. Закрасьте часть квадрата, площадь которой от площади квадрата составляет, и указаны проценты. Ну, начертим квадрат, сторона которого в 10 раз больше стороны тетрадной клетки. Значит, получается, что сторона квадрата равна 10 тетрадным клеткам. Вот такой квадрат у нас получилось. Он имеет 10 столбцов, 10 строк. Итого 10 на 10 – это 100. Значит, этот квадрат содержит 100 клеток. Таким образом, получается, что одна клетка – это 1/100 квадрата. А мы знаем, что процент – это и есть 1/100. Таким образом, одна клеточка тетрадная составляет 1% площади всего квадрата. А нам нужно закрасить 5% квадрата. Следовательно, нам нужно закрасить 5 клеточек. Сделаем это вот так. Второе. Давайте напишем, что вот здесь мы закрасили 5%. Второе. Чертим опять квадрат. Теперь нам нужно закрасить 10%. 10% значит 10 клеточек. Ну, можем один ряд закрасить. И это будет 10% от площади квадрата закрашено. Следующий квадрат. Теперь 20%. 20% – это 20 клеточек. Это 2 ряда клеток. И вот 20%. Так, следующее, четвертое. 42%. 42 клетки нужно закрасить. Ну, 42 клетки – это 40 и 2. 40 – это 4 ряда по 10 клеточек. И еще 2 клеточки. Вот будет 42%. 42%. Следующий квадрат. Теперь 50%. Ну, 50 клеток. То есть фактически нам нужно закрасить 50 из 100. То есть нам нужно закрасить половину квадрата. Вот 50%. Ну, или 5 рядов по 10 клеточек. Так, следующий. Теперь 67. Значит, 67 клеточек. 67 – это 60 рядов. И еще 7 клеточек. Вот так. Это 67% мы закрасили. Ну, еще осталось 7 и 8. Так, теперь нам нужно закрасить 92% или 92 клетки. Ну, 92 клетки – это 9 рядов по 10 клеток и еще 2 клеточки. Вот это мы закрасили 92%. Ну и последний квадрат – 100%. 100% – это значит, нужно закрасить весь квадрат. Вот, 100%. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.